185 выпускников начинают новую страницу своей жизни. Торжественное вручение дипломов бакалаврам и магистрам состоялось в императорском зале главного здания Казанского федерального университета. В этом году красные дипломы получили 50 выпускников Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций. Если говорить о журналистском образовании в нашем университете, то оно имеет достаточно длинную историю. И в разные периоды по-разному относились. Точно так же различные структуры готовили будущих журналистов. По традиции на церемонии присутствовали высокопоставленные гости, которые выступили с поздравлениями и напутственными словами. Я хочу поблагодарить дорогих преподавателей Романа Петровича Баканова, который курировал нас на протяжении 4 лет, который вел наши дипломные работы, курсовые работы, Булатова, Рата Шамильевича и других преподавателей. Торжественный день сегодня для всех, для нашего университета. Потому что многие люди выпускаются, я думаю, все испытывают очень положительные такие чувства, немного облегчения, потому что наконец-то буду чувствовать себя уже взрослыми, не привязанным ни к чему, и наконец спокойно выдохнуть то, что все самое сложное уже было. Спасибо Казанскому федеральному университету за то, что он показал нам, насколько может быть яркая жизнь студенческая, за друзей, за наших преподавателей. Арина Михайлова, Владислав Михневский, Универньюз.